Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит вам на самом деле интересно, как же устроены светодиодные лампы. Как они выглядят внутри. Ведь за корпусом не видно их внутреннее устройство. Ну конечно, лампы накаливания нам уже не интересны. Да, ну что тут смотреть, здесь и так все видно. Простейшее устройство, да, стеклянная колба, цоколь. И внутри спираль, которая накаливается и светит. Все видно, все понятно. А как же вот устроена светодиодная лампа? Вот у меня в руках две светодиодных лампы Gauss от компании Wharton, 12-ваттная и на 6,5 ватт. И сейчас я их пойду и распилю болгаркой. Итак, секундочку, внимание, сейчас я вернусь с распиленными лампами. Вандал, блин. Вандал, блин. Ужас какой. Вандализм. Вандал, вандал, блин, вандал, блин. Фух, дело оказалось простое, ломать не строить. Вот я их распилил болгаркой, и вот так они выглядят внутри. 12-ваттная и на 6,5 ватт. Это бюджетный вариант из эконом-класса лампа серии Elementary от Gauss. Это на 12 ватт. В принципе, основных частей здесь тоже немного. Как вы видите, основные части здесь сама плата со светодиодами. Так, здесь чуть побольше светодиодов, здесь чуть поменьше в 6-ваттной. И электронная плата – это драйвер. Драйвер, который выпрямляет переменный ток и его стабилизирует. Вот сейчас я вытащу, покажу. Так, вот она плата со светодиодами. Здесь 32 светодиода. И вот сам драйвер, электронная плата. Так, это мне надо вот убрать цоколь, цепить и вытащить плату. Вот она такая плата электронная. Вот так выглядит с обратной стороны. Это 12-ваттная лампа. И сейчас покажу на 6,5 ватт. Светодиоды. И электронная плата. Ну и для сравнения рядышком. Вот так вот. На 12 ватт и на 6,5 ватт. Вот они, два разных драйвера. Два драйвера и
Здесь, кстати, 12 светодиодов. Ну и сами корпуса. Это пластик. Даже если он разобьется, ничего страшного не будет. Но, конечно, разбить его довольно-таки сложно по сравнению со стеклом от лампы накаливания. Даже если и разобьете, то все равно светодиоды будут светить. Ну вот здесь у 12-ваттной лампы, у нее корпус более массивный, чтобы было лучше, более лучший отвод тепла. Ну вот, в принципе, и все по устройству светодиодной лампы. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за внимание. Всего доброго!